Есть такая очень яркая, очень творческая, неугомонная Татьяна Герман, которая то очень черная, то испанская, в ярком безумно платье, то танго военное. Она выбирает очень интересный музыкальный материал. И вот есть в ней такое свойство, она часто берет песню, с которой на данный момент, ну, ей не справиться. Но она работает на опережение. Вот знаете, как поющая в терновнике, которая, она знает, что она с этой песней есть вокально сильнее, но она идет и исполняет ее. И, наверное, для того, чтобы потом покорить эту высоту. И вот сейчас прозвучит сон на музыку моего любимого Астера Пьяццоллы. Татьяна Герман! Браво! И вот, дорогие мои, если вы хотите, чтобы о вас так много и так лестно говорила Ольга Воронцова, становитесь нашим членом нашей шансоновской семьи. Приходите к нам. Спасибо огромное за теплые слова. Я безумно рада вас всех видеть, вы уже такие родные. Столько много знакомых лиц, уже приходишь, и сплошные обнимашки идут. Да, просто это очень сильно приятно. И, конечно, очень это прекрасный конкурс, фестиваль. Он привлекает таких сильных исполнителей. И, конечно, благодаря Ольге и ее команде сюда привлекается прекрасный вокальный репертуар. То есть здесь, на этом фестивале, возрождаются самые лучшие вокальные традиции, поэтому я с большим удовольствием принимаю здесь участие и стараюсь нести свою лепту тоже вот в эти воспоминания. Поэтому сегодня, да, действительно, я спою «Сон, мне нужен этот сон». Это я сама дала такое название, потому что, мне кажется, в этой композиции это самые главные слова. А музыка действительно великого Пьяццоллы. И здесь важна как раз драматическая составляющая этого произведения.
ней полных одиночеств. Я всегда вижу тебя. Ты идешь навстречу ко мне. Это ты. Это ты. Мои руки. Твоя улыбка. Сон. Мне нужен этот сон. Там, где мир кружится лицом. Там, где страх дымится на снегу. Не могу, иначе не могу. Не могу, иначе не могу.